Создание документа. Работа с любым редактором начинается либо с открытия уже созданного документа, либо с создания нового. В этом видеоуроке мы рассмотрим, как создать новый документ. Чтобы создать новый документ, раскройте меню «Файл». Для создания файла необходимо кликнуть по команде «Создать». Также создать файл вы сможете нажатием сочетания клавиш на клавиатуре Ctrl-N. Третий способ создания нового файла возможен с помощью панели управления. Нажмите на кнопку «Создать», расположенную слева. Вне зависимости от выбранного действия, перед вами откроется диалоговое окно создания документа, в котором необходимо ввести все необходимые атрибуты для создаваемого файла. В поле «Имя» введите название создаваемого документа. По умолчанию имя будет задано безымянный и порядковый номер. В ниспадающем меню «Назначение заготовки» вы можете указать предустановленные настройки по размеру, режиму, а также цветовой схеме. Выберите необходимую предустановку из этого меню. Как правило, для работы чаще всего используется заготовка «Параметр по умолчанию CorelDRAW». В этом случае все остальные настройки будут заданы в соответствии с выбранной заготовкой. Также вы можете выбрать настройки вручную. В поле «Размер» вы можете выбрать один из предустановленных шаблонов. Выберите из списка необходимый размер документа. Если же вы хотите указать собственные настройки, то в полях «Ширина» и «Высота» укажите величину размера создаваемого изображения. При этом в полях напротив числовых значений вы можете указать единицы измерений – пиксели, дюймы, сантиметры, миллиметры и так далее. В следующем разделе необходимо настроить цветовой режим. Поле «Разрешение отображения» предназначено для указания разрешения изображения. Выберите один из предусмотренных параметров. Также вы можете выбрать один из режимов просмотра. Выберите необходимый параметр из списка. Позже вы сможете с легкостью изменить данный режим. Дополнительно вы можете настроить параметры цвета, раскрыв соответствующее меню. После того, как все настройки создаваемого документа заданы, нажмите «Ок». Документ создан. На рабочей области появился белый лист. Теперь вы можете приступить к работе.